Друзья, важное заявление. Сейчас я попытаюсь апнуть последнего бравлера, который никогда на моем аккаунте не был на 1000 кубков. Это Эль Примо. Абсолютно все бравлеры у меня уже были на 30 ранге. Абсолютно всех бравлеров я когда-то апал на 1000 плюс трофеев. А Примо — это единственный боец, который остался, вообще никогда, вот никогда его не пушил. И я надеюсь, что в этом ролике у меня получится это реализовать. Я погнал, подберу, попробую пик, попробую поиграть. Если что-то срастется, смотрите ролик до конца. И возможно, это будет последний боец на 30 ранге. Позже я вам покажу, что у меня по кубкам. Поехали! Я, кстати, хочу вам показать, что я нахожусь сейчас, на данный момент, ровно на своем рекорде. 54 124. Ну, на один кубок даже больше. Ну что, ребят, я вернул те кубки, которые у меня были. У меня 900 примат. И я еду дальше. Ребзики. 29 ранг. На примате. Ну что, дамы и господа. 978 кубков на примате. Знаете, что это значит? Посмотрите вот на каждого бравлера, который у меня есть на аккаунте, и найдите мне хоть одного бравлера, у которого есть зеленый ранг. Ни одного. Ни одного. Кроме примата. Примат — это единственный и последний боец, которого я никогда не апал на 30 ранг. Никогда. И честно, я не представлял себе, как я это сделаю. По чистой случайности, на стриме я решил поапать примата в гемах. И посмотрите, пожалуйста. Я считаю, что это достойно, как минимум, вашего лайка. У меня уже 54-202 трофея. Я, во-первых, перебил рекорд, который у меня был до блокировки. И, во-вторых, я сейчас поставлю рекорд на своем канале и завершу, знаете, какой проект? Проект «Путь 30-х рангов». Я когда-то запускал на основном аккаунте проект «Апнуть всех на 30-й ранг». Честно, я понятия не имел, как я это буду делать. И так получилось, что при пуше 50к я всех в итоге доапал. Ну что ж, примат, ты последний, это легендарный видос. Ну, на память, не легендарный, но на память. Давайте попробуем. Let's go в каточку. Итак, ребята, каточка, поехали. Блин. Блин, получай. Я получил. Как всегда, на видос у нас сразу какой-то напряг. Ну, я надеюсь, что мы сделаем. Есть волнение небольшое. Ой, хорош. Но ты не волнуйся. У меня почти ульта. Хотя нифига не почти. О, боже. Найс. Перебил. Опа. Дожимай. Ладно. Да не, я сдох бы, она меня добила бы. Отвлекся. Они поменялись. Там лох, пацаны. Так. А ты умер, да? Да, он умер. Блин. Где бас? Слева. Я ему на ульту вроде не даю. Давай. У него гаджетов больше. Мы турель убили, да? Все, на все три таки на меня слила. Она лоу. Бас ультой. Иду на базу. Иди на Сэнди. Блин, добила. Ай, хорош! Ай, хорош! Какой. Ай, хорош! Просто хорошая. Я бы сказал, идеально. Идеально. Прикиньте, мы не метовым пиком сейчас играем. Вообще, нас максимально для меня проблемный бравлер. Ух. Ну что, друзья. Мы побеждаем, залетает, и у нас остается три катки. Ровно три катки. Ребят, это последний 30 ранг на моем аккаунте. Ой, блин, сразу подбор. Ух ты, ой-ой-ой, ты посмотри. Все.
Фух, ну давай. Итак, друзья, 8-0. Опа. 8-0. Иду на Мортиса. 9-0. Ой-ой-ой. Ульта есть. Так. Блин, как я обожаю эту турелечку. Кайф, 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 кайф. Да, турель это имба вообще. Так, ну что, 10-5. Я иду на Мортиса. Блин, сейчас будут стягивать. Хорош? Он там стягивает. Кого он там стягивать сейчас будет? Туда его! Остается две, я не верю, я не верю, две катки остаются. Ух, 10 трофеев. Let's go. Ваня, зачем ты так шпаришь? Успеваешь же легко. А, бро. Мне еще не до конца сезона надо апнуть. Мне надо апнуть до понедельника. Потому что я улетаю. В теплые края. Я хочу, когда... Драгон задонатил. Зорган, давай завтра ты ко мне приедешь с розовыми трусиками, ты засунешь. Я сейчас... Можно... Продолжай. Не, не буду, я читаю дальше. А куда приезжать адрес? Пожалуйста. Я к тебе все равно, забей код. Я скину в этот, в глобальный чат. О, давайте, да. Блин, ну завтра я занят, мне и в качалку. Ты дочитай. Зорган, давай. Завтра ты ко мне приедешь с розовыми трусиками, ты засунешь мне в рот и начнешь долбить меня в очко до тех пор, пока ты не зальешь мою матку горячей спермы. Я хочу тебе, детка. Мне сегодня вот этот шуток. Меня смущает матка, это девушка все-таки, да? Нормально. Ну я тогда тем... Да нет, более, приезжай, это русский скин. Всё, рот закройся. Твой рот, кот. Поехали. Это разве не Ростик писал? Его стиль. Не, Ростик бы написал про свою упругую попку. С каких пор она упругая? Ну какая она? Ростик, проверено уже. Там как старая качеля уже, вы чё? Еле держит. Мы уже второй месяц играем в БС. О какой упругости идет речь? Вялый как помидор уже. Так и шо, ему всего 18. Молоденькое тело. Гарненькое. И как кот любит. А на кого мне идти? Чё я тут справа? Мне справа стоять или я просто... Пойти покумекать там с ним. Все, я сдох. Нормально. Только чтоб джин тебя не стянул, надо аккуратно. Куда он там стянул? Он уже просрался. Нет. Найс. Зря приставил, ну ладно. Боже. Вань, тебе... давай упрись на него, короче. Да ща, блин. 20 хп, не добьете. Не добили. Ой, какой даблик выдал, а? Ну что, господа? О боже мой, что это? Это последняя катка, друзья, и нам подбирают две тары. О май гад, за что мне это? И обе они играют, никто не отдает. Классно, зашибенно, вообще две стяжки. Что я буду делать в этой катке, понять не имею. Ну ты вряд ли что-то будешь делать, будем делать мы. Ну давайте, делайте тогда что-нибудь. Так, ну я один фланг выбил. Так. Че, есть шансы у нас? Конечно. Так. Так, зажал.
Так, хорошо. Хорошо, 6-0. Давай. Давай. Тарас Ультой. Тарас Ультой, ну ты смешной. А какая? Когда все тары тут? Индиго. Так, добил. Ластовый гемчик. Уходим. 15 секунд и все на 30. И, ребята, 13 секунд и все на 30 ранге. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Нет! Нет, Рустик, живи, брат! 3! Подбери, подбери, подбери. Я подберу. Зачем на двоих? О боже, о боже, о боже, нет. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, все, уже не вернуть ничего. 30 ранг последний. Готовы все? Смотрим. Вау! Вау! Посмотри, как красиво выглядит! Просто жесть! Посмотрите, как розовый приматик на розовом фоне смотрится. Ребята, 54-226 кубков. Все персы, все абсолютно, все уже на 30 ранге были. Все просто, все 30 ранги минимум. Осталось апнуть двух бравлеров на косарь. И там уже финал. Фух, ребят, это жесть. Стрим идет 6 часов. И я еще до этого играл часов 6. Играю 12 часов. За 12 часов мы апнули 700 трофеев. Я считаю, это достойно вашего лайка. Увидимся в следующих сериях. До скорого. Спасибо, кстати, Ростику. Ссылка на него в описании. Надеюсь, я об этом в начале ролика говорил. И Макселю. Спасибо.